чем мы спорим? Что мы сегодня делим? Делим безработицу, невыплатные заработные платы, делим долги по кредитам. Что мы сегодня делим? Есть маленький шанс сегодня дать возможность хотя бы территория приоритетного развития, хотя бы технопарк, дать возможность сегодня продемонстрировать, готовы ли люди на самых льготных условиях вкладывать деньги в нашу страну. И это будет ответом каждому из нас, каким путем дальше идти нашей стране. Создавать сегодня максимальный режим благополучия, принимать комплексную программу восстановления Украины или дальше держаться уже за то, чего нет. Поэтому оппозиционный блок выступает за то, чтобы сегодня мы максимально принимали режим благоприятия для нашей экономики, режим возможных инвестиций. Создали все сегодня условия, чтобы рабочие места, заработные платы были в нашей стране. Чтобы та страшная миграция, которая сегодня в нашей стране, среди молодежи, среди работающих людей, наконец-то остановилась. Мы поддержим данный законопроект, но настаивать на том, что решения должны быть приняты комплексно, и что должна быть принята комплексная программа восстановления экономики и социального благополучия в Украине. Оппозиционный блок такую программу разработал. Мы готовы ее представить. Я обращаюсь к спикеру. Нам необходимо сегодня создать межфракционную группу, где наработать комплексные решения восстановления экономики, создания рабочих мест и восстановления социальной защиты наших граждан. А сегодня, может быть, мы наконец-то